А в Абакане, где снег толком еще не растаял, пришлось разворачивать спасательную операцию. Сотрудники МЧС пришли на помощь двоим подросткам, которых унесло на льдине. Ребят хотели просто покататься, взяли палки вместо весел и отправились в путь. Но берег становился все дальше и дальше. Мальчики звали на помощь, их крики услышали прохожие. Они вызвали спасателей. Подростков эвакуировали уже на настоящей лодке. Никто не пострадал.